Я привела вас в Хагапаркен. И пойдем мы с вами в парк бабочек. Мы зашли, здесь раздевалка сразу, разделись, и у меня сразу запотели очки, потому что здесь такая влажность. Наверное, бабочкам нужна влажность. Вход платный, 25 евро на человека, на взрослого. Так, что тут нас встречает, я посмотрю. Так, как я сказала, гардеробный, много гардеробных. Нас встречает вот такая кафешка, очень уютненькая. Нас встречает эта женщина или мужчина какой-то в шляпе. Смотрите, ну это просто оригинально. Так, о, а это что? Что такое? Как интересно. Разные статуи красивые. Это тоже кафе. Я хочу посмотреть на все статуи. Женщина с кувшином. Это из каких-то племен сделаны, смотрите. Африканских племен, наверное, с каких-то. А это вот женщина африканская. Перуанские мотивы. И мальчик на полу сидит. И вот оно. О, это здесь чудо. Послушайте звук. Влажность, влажность какая. Запах. Запах вообще какой-то непередаваемый. Какие звуки.
detta jättelitet ansikte. Ska se. Och titta vad söt den. Попробую увеличить ее. Вот она. Опять мы заходим в какие-то гущи, в какие-то лианы. И очень-очень влажно. Везде вода на полу. Пол выслан мрамором или камнями, смотрите. И запах. Запах такой непонятный. Так, давайте заходим дальше. Мне кажется, вот сюда надо заходить. Так. Вау, вау! Это что-то необыкновенное. Я в шоке. Я была уже здесь лет 5 назад. Вот к чему мы шли с вами. Бабочки. Сейчас подождите, я вам сначала покажу. Какой здесь туман идет, какое испарение идет с пола и туман. И вот они, наши бабочки, красивые. Здесь они рождаются. Вы видите? Это настоящие бабочки. А почему она там сидит? А это все куколки. Куколки, из которых вот-вот родятся бабочки. Все ходят, вау, вау. Вот эти вот только начали, только их окуклились, зеленого цвета они. А которые вот уже вылупляются, смотрите, они уже вот такого цвета. Я хочу побольше увеличить, посмотреть, как она вылазит. Мы видим, как она вылазит. Смотрите, какой момент я поймала. Это уникальный момент, как бабочка вылазит из своей куколки. Она вылазит из куколки. Дождемся? Дождемся этого момента? Это уникальные моменты. Бабочка вылазит из куколки. Это возьмет какое-то время, я знаю. Ну, это так интересно. Мне самой очень интересно. Смотрите, она, это ее задняя часть и ножки, лапки. Она его вылазит. Давай. А рядом уже бабочка готовая сидит. Давай. Борись. Я хочу ее заснять до конца, как она вылезет из куколки. Ой, извините меня, я дергаю рукой. Извините. Неужели мы не застанем этого момента, когда она вылезет до конца? Я все-таки хочу заснять этот момент, когда она вылетит полностью оттуда, из куколки. Она борется, потом устает, отдыхает. Давайте, пока она вылазит,
Я вам дальше поснимаю эти куколки. Вот эти куколки, они вот так вот висят, смотрите. Вот эти большие, они все разного размера, бабочки бывают. Вот эти большие. Так, ну давайте, где наша куколка? Я ее не потеряла, которая вылазит? Вот она. Вот она, вот она. Вылази, вылази, куколка. Ой, бабочка. Ой, извиняюсь, извиняюсь. Где ты, я теряю ее. Вылази, бабуля, бабуля. Красавица наша, вылази. Я не знаю, сколько времени возьмет, чтобы она вылезла. У меня так и батарея может кончиться на телефоне. Эти крылышками машет. Это бабочка. Моя сестра говорит, ты, говорит, снимаешь, говорит, эту куколку, а вокруг тебя порхают огромные бабочки синие, говорит, как птички. Ну а где? Где они? Бабочки? Бабули? Где вы? Вылетайте. Вот она одна. Она тоже вылезла только что. Смотрите, какая. Она только-только вылазит. У нее еще мокрые крылышки. Ой, летает здесь. Огромная бабочка, огромнейшая. Смотрите. И вот какие-то тут летают. Я хочу заснять момент, где она летает. Может, вы увидите? Я-то не вижу. Вот. Так, где наша куколка? Куколка, которая боролась. Она еще борется. Она еще борется. Еще она не вышла. Процесс рождения нелегок. Вот так рождаются в муках существа живые. В борьбе происходит рождение. А вот эта мокрая бабочка, смотрите. Она мокрая или что? Это или она родилась только? Усиками шевелит или нет? Красивая краска. В общем, я, наверное, не дождусь. У меня и рука устала. Но я решила оставить эту затею, снимать эту нашу бабочку и пойти дальше. Здесь очень много всего интересного. Поэтому давайте пойдемте дальше. Родители приходят с детьми своими, бабушками, мамочками. А, не трогай, не трогай, не трогай ее. Ой, улетела. Это их дом, они здесь себя чувствуют так хорошо. Все-таки я хочу поснимать ее, сейчас я вернусь. Ах, она улетела. А, нет, не улетела. Вспорхнула и улетела в другое место. Вот сюда она села. Иди сюда, малышка. Иди ко мне, иди ко мне. А, улетела.
Теперь мы заходим в океан. Это океанариум. Акулы. Будем смотреть акул с вами. Морские ежи. Вы знаете, я когда была в Египте, и мне в палец, в ноге воткнулся такой еж. Это была такая боль. Это вообще было, как будто у меня нога, пожар в ноге был как будто. Ну, мне ее удалил египетский доктор. Они очень опасны, эти ежики морские. О, глазки, что ли, у него там горят. Смотрите на эту рыбку полосатую. Какая-то она интересная. Не эта, а вот эта вот маленькая. Это желтенькая. А вот она сливается. Прям вот она, видите, двигается. Какая интересная. Тут проводят какие-то ремонтные работы. Поэтому такие звуки. А вот здесь в водорослях что-то прячется. От нас. Посмотрите на них. Ну что за прелесть? Что это такое? Малыни, малыни, красавицы. А они на нас смотрят. Они думают, что они пришли на нас посмотреть. А мы думаем, что мы пришли на них посмотреть. Они прям стоят, прям замерли, смотрите. Замерли и стоят, не двигаются. Как они держатся там? Вот они. А это что за рыбка? Инфузория туфелька. Пойдемте дальше. Какая интересная рыбка с голубым глазом. Это глаз у нее или какой-то отвлекающий элемент? Мне кажется, это глаз. А, да, вот она поплыла. Красавица наша рыбка. А тут что за крабик? Маленький крабик. Ой, какой хороший. Ты его не кушай. Не кушай этого крабика. Так красиво здесь все сделано. Это какая-то рыба. Рыба-палочка. Рыба-веревочка. Маленькие-маленькие крабики. Да, сюда стоит прийти. Смотрите, что здесь есть. Огромный аквариум с акулами. Она уплыла, но она сейчас приплывет, мне кажется. А вот она, акула. Иди сюда. Плыви сюда. Здесь вот, кажется, она была. Я видела ее здесь. Где она? Ну где же эта акула? Вот она, вот она, вот она. Вот. Видите, какая? Пошла вокруг своего этого замка, выстроенного.
Ой, я что-то не вижу. А здесь. Где вы, акулы? Ау! Ну, все-таки ее поймала. Я поймала ее. От тети Лили не уйдешь. Опять мы вышли оттуда из океана и попали опять в саванну. Давайте досмотрим все-таки на эту бабочку. Вышла мне, она еще рождается. Она еще не может вылезти. Хорошо, что мы ушли и все-таки погуляли и посмотрели на рыбок. Это все настоящие бабочки. Они родились только. Да, только проснулись, родились, вышли из своих куколок, и еще они еще не в себе, они еще, как сказать, они еще сонные. Им нужно какое-то время. Видите, они висят прямо на своих куколках. Им нужно какое-то время, чтобы подумать, а нужно ли им на этот свет лететь белый. Вот эти все куколки. А там наше все рождается в муках. И вот это мне очень понравилось, одна большая, но я ее не могу зума. Ну ладно, давайте оставим их в покое и пойдем дальше. Моя сестра говорит, что они как птицы вокруг тебя летают, а ты их не видишь. Но я действительно их не вижу. Ну что я за бабуля такая? Вон я вижу, что они вон там сидят, но для зрителя, наверное, их не видно. Что-то какие-то бабочки разленились. Они светятся, эти рыбки, какие-то светлячки светятся. Мы нашли здесь какого-то животного, осьминог. Смотрите, бабочка одна утонула, но она не может вылезти. Эй, Маруськи, Мумуськи, бабуськи, чего вы там спрятались? Вылазьте сюда. Здесь такая влага, а что-то капает аж на меня сверху. Я увидела черепаху. Смотрите, этот маленький скат толкает черепашку. И бабочка там. Сейчас я поближе. Вот они все собрались тут втроем. Черепашка, три ската, два ската. А черепашка какая прикольная. Она подняла свою голову. Третий скат приплыл. Смотрите, какие они. Три ската и черепашка. Они друг на друга налеплись, налеглись. Работник раскладывает апельсины, еда для бабочек. Бабочки питаются апельсинами, оказывается.
ананасами, они тоже питаются. Повесили разрезанный ананас. Банан вот уже тут зачерствел, заревел. Эти таким мелкими-мелкими капельками создают такую влажность сверху. Я хочу подождать. Смотрите, еще цветочки лилии ставят для них, потому что лилии очень вкусно пахнут. Будем ждать, что они слетятся на это застолье. А вот уже одна прилетела на лилии. Прилетела и улетела. Ты куда? Идем. Тебе тут еда. Наверху она летает где-то. Она такая большая, как птица. Вот они разложили им еду, апельсины. И так пахнет тут вкусно апельсинами, лилиями. Очень вкусно пахнет. Вот она чует где-то запах и не знает где. Ну, садись, садись. Нет. Я все-таки никак не могу угомониться. Хочу этих бабочек, вот эту куколку, как она вылезет из своих, из своей. Смотрите, сидят. Я тут согнулась в три погибели, чтобы их заснять. Эта куколка, так она и не может вылезти. Вот я вам еще раз ее покажу. Вот она, которая хвостиком своим. Все-таки нелегко они рождаются, им рождаться. Рождение — это дело нелегкое все-таки. Даже для бабочек. Вот они слетелись на свое угощение. Дастся мне их снять. Они кушают. Приходите, тараканы, я вас чаем угощу, да? В общем, они прилетели на свой завтрак. С удовольствием будут завтракать сейчас. Ты моя хорошая, ты все-таки ко мне подлетела, да? Смотрите, какой у нее глаз. Какой у нее узор. Какой пассаж, какой пейзаж, да? Я хочу близко-близко. Где твое личико? Давайте, у меня такой шанс есть. Фокус камеры даже не берет такую маленькую. Что ты там хоботочек свой вытаскиваешь? Вот она. Так, другие там тоже кушают. Все кушают. Ты тоже иди кушай.
Я даже не успеваю за ними. Может, она на руку сядет мне? Летает так быстро. Быстро летает. Парк небольшой, очень маленький. Все ходят по кругу, но все равно как будто бы что-то новое каждый раз проходишь и видишь что-то новенькое. Просто так прийти сюда, чтобы свое, как сказать, поднять свое настроение, свое мироощущение поднять. Можно сюда прийти. Смотрите, какой момент. Черепашка кушает капустку. Она очень большая. А у нее это ее ж не как панцирь, он напоминает орех. Сейчас попробую ее сбоку снять тоже, с бокового ракурса. Вон еще одна идет тортила. Смотрите. Прям бежит она, бежит. Они ребенку говорят, что это его друг идет тоже кушать. Прожорливые они. Смотрите, как они быстро справляются с листом капусты. Прям быстро кушает она, голодная. А эти медленно кушают. Они еще маленькие, наверное. Все с утра получили свое угощение, свой завтрак. Это какой-то баран. У него там и яблочки нарезаны у него, и посыпаны сахаром или солью, чем-то посыпаны, или крахмалом. Я вижу отсюда. Капустка, яблочки, чем-то посыпаны еще. Пока! Ой, чуть не упала. Так как же они называются-то? Боже мой, я знаю их, как они называются. Знаю, а вот не могу вспомнить. Всегда, когда что-то хочешь вспомнить быстренько, не вспомнишь. Окунь, наверное. Окунь, да. Золотой окунь, может быть, золотистый. А, карп, правильно. Молодец, правильно. Золотой карп, не окунь. Тетя Лиля вот не все знает, или все не знает, можно сказать даже. Но ничего, мы научимся. Большое всем спасибо, что вы пошли со мной на такую маленькую прогулочку. Надеюсь, вам понравилось. Жду вас у себя в гостях. Пока. Люблю вас всех. При выходе здесь есть вот такой маленький магазинчик. Это стелится при входе. Да, такая коврик на вход в виде бабочки. Сумочки разные. Зонтики различные. Всякие коробочки, кружечки. Очень симпатичные. Прям я стихами разговариваю. Смотрите-ка.
Очень много различных зонтиков для детей, прозрачные акулы наши. Это что? Лягушки. Ой, такие приятные на ощупь и разноцветные. Смотрите, какие классные. Стоит 35 евро. Такие игрушки мягкие. Есть вот носочки разные с акулами. Качество хорошее, между прочим. Всякие ларчики блестящие. Смотрите. А ларчик просто открывался. Вот. Для девочек, смотрите. Для косметики коробочки. С балеринками. Или с бабочками. С бабочками. Очень много мягких игрушек. В виде змей разных, ящериц. Целая куча. Пчела вот такая есть. Ой, какая она мягкая. Такая хорошая пчелка. Я хочу такую пчелку. Классные вещи. Игрушки. Так, бабочки, бабочки у нас здесь. Бабочки, это что? Это в виде зверей. Крючки для одежды или для чего-то. О, чучело птичек. Смотрите, какие интересные. Разукрашки, фломастеры, настольные игры различные, множество. Тряпочные сумочки. А это что? Это какие-то... А, тут эти, смотрите. Непонятно, что это такое, не знаю. Я уже устаревший человек. И вот брелочки тоже.